Координационный совет оппозиции Казахстана объявили акцию протеста на 17 мая в 12 часов дня в честь дня рождения табуретки Путина Токаева. В связи с этим я, Заманбек Тлиулиев, координатор штаба, пришел в офис литовских СМИ ЛРТ и Дельфи и пригласил их осветить акцию протеста, которую мы проводим в Вильнюсе 17 мая в 12 часов дня на площади Винцеса Кудирки. Протест против действий нелегитимного президента Токаева, который помогает обходить санкции Путину, который помогает убивать украинцев, бомбить украинские города и финансирует эту бесчеловечную войну. В связи с этим, уважаемые граждане Украины, Казахстана, России и Белоруссии, призываем вас участвовать на этой акции протеста. А также, уважаемые граждане Казахстана, приходите 17 мая в 12 часов дня в тех странах, где вы проживаете, в консульство Казахстана с плакатами «Токаев, табуретка Путина». Или же возьмите с собой табуретку, старый стул с табличкой «Токаев, табуретка Путина». Всем спасибо, ждем вас на этой акции протеста.